Всем привет! Вот ножи от Ледобура Тонар. После трех рыбалок, плюс два дня они у меня пролежали нечищенные, немытые. Простой способ их заточки. Берется шкурка. Если ножи совсем в плохом состоянии, здесь у меня нормально, то берется шкурка побольше, вот 240-я. И сейчас буду использовать вот эту шкурку 600-ую. Простой способ заточки. Во времена дефицита пользовались им всегда, когда купить было просто-напросто невозможно запасные ножи, да и стоили они почему-то дорого по тем временам. Всегда их точили. На ровную поверхность укладывается шкурка и круговыми движениями пошли подводить, ну и затачивать ножики. Вот, собственно, ржавчина сразу же снимается, ну тут эффект сразу же заметен. То есть так походили этим маленьким срезом. После того, как прошли вот эти грани, проходим обратную сторону. Можно взять получше чуть-чуть шкурку. Минут 5-10 на все про все. Ножик станет идеально острым, и ледобур будет снова хорошо бурить. Способ простой, элементарный. Если пользоваться им после каждой рыбалки, так подтачивать ножики, то ножи своему хозяину прослужат достаточно долго. Лично у меня вот эти ножи уже второй год. Я их после каждой рыбалки подтачиваю. Точнее, перед каждой рыбалкой я их подтачиваю. И уже на водоеме никаких проблем у меня нет. Ну вот, 5 минут времени, и все, и ножик практически идеально острый. Вот что было и что стало. Все элементарно, просто. Ножи прослужат долго. На этом все. Пользуйтесь. Удачи вам, ни хвоста, ни чешуи.